Всем привет! Меня зовут Светлана, и вы на канале «Худеющий повар». Ну что, мои хорошие, наконец-то не прошло и полгода, и мы выбрались всей семьей в лес. Сегодня у нас пикник, сегодня у меня выходной, и мы здорово проведем время. Я наконец-то попала в лес. Я не была в лесу с того самого дня, когда отменили карантин. Вот оно! Класс! Вот, так что я с удовольствием пришла в лес, поболтаюсь с вами. Вот, девчонки пишут, что же, когда же начнется марафон Света. Девчонки, скоро мне нужно выйти с вами на очень откровенный разговор. Вот, я это сделаю в ближайшее время и, думаю, стартанет наш марафончик. Вот, я вижу по себе, я думаю, вы заметили, что я набрала, не знаю сколько, но думаю, килограмма 2-3 точно. Так что нужно худеть. И самое главное, что я знаю, как худеть, и вы мне в этом поможете. А сегодня мы еще придумали вот такие вот веганские шашлычки. Я замариновала митболы, которые покупала в веганском магазине. Вот с лучком, тут зелень у меня еще был веганский майонезик немножечко, немного вина. Так что сейчас все это на деревянные шпажки. И а-ля шашлык получился у меня. Я его так еще старалась с лучком, чтобы на шампурах был. Ну, думаю, что очень вкусно будет. А у меня здесь вот такой дружок, который над всем наблюдает, все смотрит. Я думаю, что он тоже попробует обязательно. Сейчас жду угли и будем уже готовить. Сейчас сначала овощи, а потом уже, думаю, и шашлычки сделаем. Вот главная еда, то, что мы берем с собой на отдых, да? Да, кто там спрашивал за Милана? Дела у нас уже более-менее ничего. Но мы еще ходим к дерматологу. Вот. Вот в среду опять на прием будут решать. Или оперировать, или так. Но вообще, конечно, опухоль меньше гораздо. И он уже поживее, да? Жарко очень, он уже выпил литр воды. А мы здесь в лесу только полчаса. Да? И бананы даже не скушал весь. Ну, след. Все. Всегда, когда мы ходим на природу, первым делом я жарю много-много кабачков, цукини, вот такие. Я их безумно-безумно люблю, поэтому в первую очередь. В лесу все меньше и меньше ручейков, болото высохло, но все равно можно еще найти вот такие вот участки. Вообще не знаю, такая красота, я просто обожаю. Мишеля с Миланом уже отпустили мы домой, а сами еще продолжаем. У меня здесь помидорчики, а я сижу на стульчике. Жду, пока сейчас все попечется, и пойдем домой. Будем уже дома кушать все печеное на костре. Вот такие помидорки. Я их решила целенькими. Вот. А дома что-нибудь придумаю с ними. Честно, домой вообще не хочется идти. Вот так вот. Просто сейчас совсем не жарко. В лесу тишина. Компании вообще нет. Мы одни здесь. Мы одни, и там только домик лесника. И больше никого. Одни. Так, еще у нас тут будут грибы. У нас Мишель очень любит грибы. И вот такие вот две веганские сардельки, сосиски, тоже очень-очень вкусные. Так, родителям тут по кусочку мяса еще. Вот, но они у меня тоже с удовольствием кушают все печеные овощи вместе с нами. По ломанию коры. Мы берем, если кора большая, то держим. Если маленькая, то отпускаем. И ломаем на две части. А есть еще большая. На больших я люблю вот брать за, к примеру, такой конец. И начинать снизу, потом подниматься вверх. Вот так вот. Так. Можно попробовать. Не знаю, получится, не получится. Нужно попробовать. Так сказать, не попробуешь, не узнаешь. Ну вот, видите, получилось. Сейчас попробую еще большую кору. Разломать. Сейчас. Не получилось. Окей. С этой стороны тут она более такая мягенькая.
Покажи локти, покажи кулаки. Покажи. Ты чё? Ломаю. Да. Так, снимаешь? Да. Давай. Пониже. Да мне воняет дым. Да. Да. Покажи лучше. Ну все, хорош, Нянька, тут уже в кровь. Можешь, смотрите, я даже не буду делать замах практически такой. Все, хорош. Ну что, мои хорошие, все, мы уже дома, я уже искупалась, буду отдыхать. Сейчас поотвечаю на ваши комментарии и буду монтировать следующее видео. Обязательно не пропустите завтрашнее видео, потому что оно будет очень-очень интересное. Начинается борьба за приз. На моем канале снова конкурс. Но не просто конкурс, а конкурс за большую проделанную работу. Поэтому обязательно поддержите меня, просмотрите это видео. Оно будет очень информативным, особенно для меня. Поэтому все на сегодня. Всем пока-пока. Спасибо, что еще один день провели со мной.